Все отлично, выгодно, но в Казахстане надо, чтобы было выгодно власти или чиновникам. Тупо надо брать в долю агашек из Нур-Отана, ныне Аманаты, иначе не получится. В проекте есть агашка? Нет, конечно. Я агашка и так уже, мне 60 лет. Для меня агашка, которому 70, а 70-летнего что здесь сделать?